Да, пап. Ой, простите, Бахчан Максатович. Эй, Балам, тут мама твоя переживает за тебя. Скажи ей спасибо. Ертең үйге келетін бол. Серьезно? Да, но при одном условии. Какое условие, пап? Пусть хотя бы твое начальство позвонит. Скажут, что ты молодец, что ты реально работаешь. И можешь завтра вернуться. Я билеты куплю. Все, пап, принято, спасибо. А кто именно должен вам позвонить, а? Позвонить должен твой начальник. А там уже информацию мне передадут. Все, все, пап. Ага, принято. Ема, Бек, оставай давай, Все, ну, батя едет домой, эй! А где твой батя живет? А? А где твой батя живет? Да, ё-моё, я поеду домой, говорю. Ты же и так думал. Эй, ладно, хочешь забудь, ё-моё? Ничего не понял, но интересно. Чё там, чё не стигрик? Чё надо? Ештеген стимисен, брат. Ештеген стимисен, сен осында қаласын. Мен үйге кетем. Эй, домой, домой, домой! Да, тонда. Посплю, да, если мамать музыку. Осторожно с картиной! Извините, мастер, а куда нужно нести картину? Ко мне в кабинет, там сейф поставим, потом сам решу, что с ней делать. Что за картина? Только аккуратнее, говорю, понятно? Она стоит дороже, чем твоя машина. Мастер, у меня нет машины. Тогда дороже, чем твоя квартира она стоит. Мастер, квартиры тоже нет. Эй, бенчарей кинцовой, иди работай тогда. О, мастер, салама Лермонтова. Валикум ассалам. А что вы шастаете, что не работаете? Не, мы как бы шли как раз туда, просто увидели вас, а вы с картины, чисто поинтересоваться, что за картина, но... Эй, какая вам разница, а? Не, как бы за интерес просто нет, вы что, не знали? Бомжавш? Не, просто мастер, это, медиа неправильно выразился. Вы это, картину купили, да? Кто сын этот? Да, может, купил, а может, нашел, может, подарили, может, я сам рисую, какая вам нахрен разница? Идите работайте! Да ладно, мастер, что? Давайте поможем. О, руки убрали, а? Вы знаете, сколько она стоит? Это дорогая картина. Пошли вон отсюда. Эй, что смотришь? А что вы сами смотрите, ё-моё? Эй, ёпаш, мать! Да идите, работайте, блядь! И так идем же, блин. Идиоты вокруг. Ой, блядь, ботинок тоже, сука, идиот. Мастер. О, Олжасик. Ну что там? Давай, жалуйся. Вот, мастер, я вас хотел попросить прощения за все. И вот думаю вам подарить 10 тысяч долларов. 10 тысяч? Да. Долларов. А в чем подвох? Ну... Я вам дам 10 тысяч долларов, и вы звоните своему президенту или там директору, скажете, хороший мужик, стараются, работают, ну и так далее. Бася, я-то думаю, в чем же подвох ты? Ну и продолжай. Дальше я уеду. Не буду вашим геморроем. Все будет зашибись, будете радоваться. Я вам деньги на карту скину. Понятно. А если ты меня кинешь? Мастер, посмотрите на меня. Вот, посмотрите. Вот я похож на Кидалова? Нет. Ты не похож на Кидалова. Ты и есть Кидалов. Айдар Каримбаевич, вам чай или кофе? Мне кофе, а ему этому, как его? Аферист. Да, аферист. Какие еще требуются доказательства? Короче, Олджасик, давай так. Если ты будешь упорно работать на заводе, оставаться на две смены, прям крывал, шагал, жмусто степ турстап, вот тогда я подумаю. Запомни, у нас не акимат, чтобы все через бабки решалось. Ну хорошо. Значит, 10 штук не нужно, да, вам?
А 10 штук сен котнеток. Паш точно прям, как в терминале. Все, иди отсюда. Хорошо. Иди, говорю, Олжас. На наборо хазар вместе с твоими купюрами тоже в это же место засуну. Друзья, завод, в котором я работаю, является первым и единственным производителем алюминия в Казахстане. По праву, этот завод входит в лучшую десятку в мире. Так сказать, завод Арнишне, по-своему, Геннадий Головкин. Эй, Бека! Ау! Хватит уже снимать. Отключи камеру. Хорошо. Друзья, сегодня будет видео, как делается алюминия. Всем удачного дня. Всех обнимаю, целую, ласкаю, прижимаю по жизни, таскаю. Эй, все, хватит ему. Все. Бека, хватит уже. Я сейчас серьезно говорю, брат. Знаешь, ты без камеры не можешь двигаться уже. Подожди. На фон на урок. Тирский фотошоткас. Да, ё-моё, успокойся, брат. Все. Что там с проблемой этот? Айдаром решил проблему? Нет. Блин, надо найти какой-то способ, чтобы решить эту проблему, братан. А что он? Ну, ломается как девушка. Просто ломается, брат. Как девушка? Ты девушка, ты имеешь в виду, здорово, слабый облиц, да? Турнат Тургенбург, Казавар, по-любому. Или, как вариант, можешь подарить ему сертификат на бесплатный секс. Что ты имеешь в виду, насчет проститутки, что ли? Ну зачем ты так? Оларда брюн балас, оларда брюн мамас, брюн айеля, возможно, брюн кьюдюб. Успокойся. Тоже мне тут нашелся толерантный. Знаешь, ты иногда прав, Бека. Вот насчет ты Айдара вот, точно прав. Ладно, я пойду. Решу эту проблему под названием Айдар. Глобальную проблему. Решу. Широкую проблему, брат. Жирную проблему. Нет, усатая проблема. Брат. Удачи, брат. Давай, на. Давай снимать его. Сперва не услышал, потом не понял. Потом удар в живот. Оглушил. Поймал и зачесал. Веня. Успокойся, оставь этого бедолагу в покое. Что ты делаешь? Так вот потянул его и шапаль дал нам. Уходи отсюда. Веня, тебе болтку маши. Поймай, что вот этот жирный нам полдела сделал. В натуре. Теперь нам надо удостовериться, что это именно та картина, которая нам нужна. Братан, во-первых, он уже сказал, что эта картина дорогая. А во-вторых, это стопудов наша картина. Ладно, допустим, это наша картина. Теперь вопрос, как мы ее забирать будем? А что, просто подойдем, скажем, тварь, отдай, это наша картина. Не, хумась, тем более ты так не скажешь. Не, ну можно и без Короче, давай так сделаем. Просто подойдем к мастеру, бабки предложим. Ну какой нормальный человек от бабок откажется, а? Он же не устоит, брат. Не знаю, я бы устоял бы. Я бабок не люблю. Я больше молодых люблю. Медя, бабки – это деньги, понимаешь? Не, откуда ты знаешь? Вдруг он бабушек любит. Тем более он чуть-чуть шал. Медя, просто молча артман живешь, черма? Все, ладно, давай. Ты что, до сих пор здесь, что ли? На, блин! Шеф? Можно? Так, да, Гельденбот, что тебе надо, а? Шеф, у меня есть хорошее предложение. А что теперь, хочешь мне 15 тысяч долларов предложить? Не в этом дело. Слушайте, вот, шеф, хотел спросить, вам нравится та девушка с медпункта, Салта? Цинжумай, Дарит Алмай, не произноси ее имя, понятно? Все хорошо. Ну, просто я спрашиваю же. Нравится? Ну как? Нравится. Конечно, нравится. Ты видел ее глаза? Ты видел ее фигуру? Ты видел ее ямочки? Так вот, это все мое, понял? Все, шеф. Все, тогда я вас понял. Давайте тогда я сегодня вам организую ужин с ней. Ты что, издеваешься, что ли, а? Ты знаешь, сколько лет я за ней бегаю? Сколько раз предлагал ей на свидание она? Шеф, без проблем организую вам. Серьезно? Серьезно? Если ты организуешь ужин, я тебе такое благодарное письмо напишу, что все тики-пуки будет. Все, договорились.
Ну, договорились. Шеф? Ну, давай. Давайте, на связи. Точно? Точно, говорю. Точно-точно? Шеф, точно я вам говорю. Смотри у меня. Сегодня, вечером. Ну, ну давай. Сегодня вечером, Тита. Не волт, а ты ну что, бермендер ума? Да мы поговорить хотели. Мы что с вами, кинты что ли, а? Чтобы разговаривать. Нам же делать нечего, давай мы сядем вот так вот и будем сплетничать, да? Вот кто там с кем спит на заводе? Мастер, мы просто хотели спросить, ну. Вы хотели спросить или поговорить? И то, и другое. Не хотите нам картину продать? Какую картину? Ну эту, которую вы нашли. Я не понял, чего все интересуются этой картиной, а? То за Маки мне звонит, то его помощник, то эти пацаны, которые, ну, по-черному. По-черному? Нигерлер, ма? Я нигерлер. Они же в Африке, вон, проблему с водой решили, теперь решили на картины перейти. Все, тупой СМБ не вылез, а? Пошли вон отсюда. Просто мастер. Я не просто мастер, я офигевший мастер. Пошли вон, говорю, отсюда. Моргнули. Пошел вон, а, бля. Бараны, блин. Меня окружают одни тупорылые. Сабр, сабр. Здравствуйте. Можно на секундочку? По делу? Да. Это вам. Знак извинений. Не стоило утруждаться. Да я просто хотел вам приятно сделать, там, чтобы вы меня не обижались. А я не обижаюсь. Просто не беспокойте меня больше. Да зачем вы сердитесь? Вам же не идет, вы же очень красивая, а? А вам не идет делать дешевые комплименты. Да ладно, простите. Просто я хотел вас пригласить в ресторан, там, поужинать. Не получится. У меня есть парень. Ну что? Я же вам не предлагаю там целоваться, там, обниматься, то все. Просто поужинать, пообщаться, подружиться с вами. Так сказать, ну, замазаться. Ну, хорошо. Вы принесите 10 пачек лидогейна. И мы с вами в расчете. Хорошо. Все, ужас. У меня очень мало времени. Можно, да? Угу. Ладно, простите. Блин, Канский, с какого перепуга этот мастер с нами общается, как с щеглами? Надо сразу ему так «Сах! Сах!» Сходу бы отдал бы картину, сразу же. Да, Медя, если было все так просто, мы бы уж давно здесь газовали, ходили бы, блин. Руки чешутся, ё-моё. Да ладно, успеешь ты этого мастера отхерачить? Да не, это к деньгам. Надо себе сейф купить в будущем, ё-моё, и там деньги хранить. Слушай, это же идея. Может, мы этот сейф ночью грабанем и все? Ты что, охренел, что ли, Кана? Ты мой сейф хочешь грабануть? Я еще даже его не купил, блин. Да не твой сейф. Сейф Айдара. Там же картина наша лежит. Ночью чеченче залетим, все, грабанем, нормально все будет. Что ты думаешь? Подожди, мы же до вечера работаем. Ну так этот, ночную смену попросимся. А что, еще смены есть? Братан, это завод. Тут днем и ночью работа кипит, понимаешь? Никогда не останавливается. Как наши сердца диснут. Вот даже сердце человека может остановиться, а завод нет. Базару нет, ты красиво сказал, братан. Это же новый лозунг для завода. Давай предложим. Сердце человека останавливается, а завод нет. Может, еще такое предложим?
Медя, хватит трахать мне мозги. Пойдем отсюда, пожалуйста. Не, брат, слишком длинное название. Надо короче, как у меня. Пойдем. Сердце человека останавливается. А завод? Нет. Красиво же, ё-моё. Я мастеру это предложу. Нет, Баха, нет. Нет, не надо за мной заезжать. Все, между нами все кончено. Нет, все, у меня есть парень. Да, представь себе, есть парень. Все, Бах, пока. До свидания. Можно? А у меня просто вазы нет. А, да я так и понял. Ничего, нормально. А вы зачем вернулись? Я? Градусник забыл. Так это мой. Да? Нет, точно такой есть. А, блин, ладно. Салта, я вот честно у вас хотел попросить прощения. Простите, пожалуйста, честно. Раз я тут подумала, все мы люди, всем нам свойственно ошибаться. Конечно. Я тоже часто ошибаюсь. Вот, честно вам говорю. Я заметила. Так вот, ваше предложение еще в силе? Конечно. В силе, в силе. Я уже думал там пойти уже нырнуть в алюминий там. Ну, не драматизируй. Ладно, ладно, все. Значит, вечером увидимся, да, так? Да, только у меня есть просьба небольшая. Какая? Вы можете заехать за мной на какой-нибудь шикарной машине, и чтобы вы были за рулем. Без проблем. Без проблем. Хорошо. Откуда вас забрать? С завода? Нет, из дома. Я вам скину адрес. Вообще без проблем. Заберу. Хорошо, тогда до вечера. Угу. Давайте. Давайте. Салама лепс. Че? Ну, лепс. Ну вот этот. Ау! Короче, братан, давай для начала эту машину сядем, там обсудим. А то что в этой одежде кто-то увидит, блин, проблемы будут потом. В натуре, а то и так зарплата на кис бжата, ё-моё. Че там? Как там? Нормально все, братуха. Короче, тут такая тема. Картина нашлась, она у нашего мастера в этом сейфе лежит. Нам, короче, нужен человек, который сейф может вскрыть. Ну, это хорошая новость. Когда планируете залетать? Сегодня ночью, как ниндзя. Так, получается, вам нужен медвежатник, да? Братан, нам не медведь нужен, нам человек нужен, который откроет сейф. Да, брат, медвежатник нужен, короче. Да что происходит, ё-моё? Это что за игру играете? Так, короче, есть один медвежатник. Алло, вы меня слышите? Блин, Митя, ходят уши, подожди, что там? Он сейчас, короче, типа завязал, на СТО работает. Ну, вы попробуйте пообщаться с ним. Я ему дам знать, что вы от меня. Все, братан, сделаем. Давайте. Экана, что происходит, а? Что за медведь, а? Вы что, кинуть меня решили? Медя, кумаш, пожалуйста, а? Медвежатниками называют людей, которые это сейфы скрывают, понял? Серьезно, что ли? Подожди, получается, людей, которые что-то тырят, называют крысами. Да. А людей, которые не оплачивают проезд, называют зайцами. Так. А людей, которые хавают за чужой счет, называют чайками. Угу. И не волпит таким, малый такой. Медя, знаешь, что самое главное? Таких, как мы, называют тиграми. Точно, точно. Че, поехали к этому медвежатнику? Только давай-то переоденемся. В натуре, блин, соспит, так ё-моё. Я тигр. Что? Что? Роскошную машину это она попросила? Ну, мастер, конечно. Зачем мне машина? Ну вот, за что люблю Салту, знай себе цену, Баро. Это точно, мастер. Это ладно, точно. Я вопрос решу с машиной. Что дальше? Дальше я с ней договорился. Вечером заберу на машине и сразу в ресторан. Подожди, а при чем тут ты? Мастер, послушайте,
Ну я же типа с ней на свидание же. И вы тут подходите, поздороваетесь. И я вас приглашу за стол. Поужините с нами. Оно-мно. Типа без... А что, нельзя сразу, чтобы она со мной встретилась? Ну, она же собачка же. Кем свидание шахарсон артам барабирит-то? Ты слова выбирай, а? Ты чего ее приравниваешь к животным? Сейчас вообще тебя на цепь посажу, будешь здесь, сука, из завода. Ладно, простите. Все, иди давай, договаривайся. Все, хорошо. Только 100% вариант, понял? Хорошо. Салам алейкум! Кто есть Леха? Леха? Вот он. Ну, здорово, Леха. Мы от Дамира. Помощь твоя нужна. Я завязал с этим. Нам реально твоя помощь нужна. Мы, походу, без тебя не справимся. Когда я уходил, я сказал, что больше не вернусь на эту работу. Послушай, Леха, мы же оба понимаем, что с этим дерьмом можешь справиться только ты в этом городе. Говорят, ты был лучшим в свое время. Было дело, но я больше не хочу марать руки об это. Так что вы не по адресу, ребята. Кутузова 69? Ну да. Схерали не по адресу? Что за кино, ёпта? Вы вообще кто такие, ребята? Ну, я Кана Фартовый, а это вот Медя Безвкусный. А ты этот же, да? Медвежонок? В смысле медвежонок? Ой, ёбай, медвежонок говорю. Междужопник. Чё, бля? А, как его? Медвежатник. Медвежатник. Фу, сорян, братан. Он, бля, не до вас, ребята. Слушай, братан, ты последний раз красиво сделай, а мы тебя красиво отблагодарим. Мы же друг друга не чужие люди. В смысле не чужие? Я вас первый раз вижу. Казах позвол. Че? Татарин, что ли? Медя, успокойся, Елкин. Братан, ну держи десятку. Сейчас работу сделаешь, мы тебе сверху еще 10 дадим. Там пятеро. Ну, как он ногой почувствовал? И полкнул. Ладно, на, держи десятку. Работу сделаешь, еще десятка будет. Договорились? Вот теперь договорились. Базара нет, я? Жирмамыға принстерн первый алған соң. Привет, Салтах. Салт, давай поговорим, а? Нам не о чем разговаривать. Все кончилось? Да как кончилось-то? Подожди. Ты чего? Я ж люблю тебя, ну. А я нет. Оставь меня в покое. Салта, слушай, ты понимаешь то, что я сдохну без тебя? Ты потише, а то пацаны услышат. По понятиям. Все, мы закончили? У меня свидание с парнем. С каким еще парнем? Салта! Салта! С парнем, значит. Сейчас посмотрим. Алло, Тима, пацанов собирай, тема есть. Угу, давай. Здравствуйте. А у вас что, свидание, да? Не, просто дружеский ужин. Олжас, тебе смс пришло. Я могу выйти на часик? Так это же у нас ночная смена, же, пацаны. А это кто? Тут это айтишник. Это что? О, братишка. А, значит, ты, да, парень Салты? Пацаны ждут. Ты Салты мучишь? Да, это моя девушка. В смысле твоя? Это моя девушка. Это моя девушка. Это моя девушка. А теперь моя любимая. Сумасшедший дельфин. Ай-я! Это что за 309-я статья, а? Проституция, о, брат.